С 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезлы для остановки транспортных средств. В каком положении должны останавливать водителей дорожные полицейские отныне? Привычные полицейские палки отменены, руками нельзя. А как можно, задача не из легких. В новых правилах разбирались наши корреспонденты. В рамках модернизации правоохранительных органов Министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезлы для остановки транспортных средств. С дорожной картой, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан, о проведении структурных реформ в Республике Казахстан на 2014-2015 годы. С 1 января 2017 года введен в действие запрет на применение жезлов. То есть транспортные средства подлежат остановке при использовании специальных звуковых устройств, оборудованных на патрульных автомашинах, с применением световых и звуковых сигналов, а также путем подачи жестов руки, сопровождающихся свистком. В правилах дорожного движения четко прописано, что сигналами регулировщика служат положение его корпуса и жесты руками. Многие жители города Тараза восприняли новость об отмене жезлов у дорожных полицейских неодобрительно. По их словам, без жезла в ночное время суток трудно увидеть останавливающего хранителя порядка. Другие же, наоборот, выступили за отмену, ссылаясь на пример полицейских в развитых странах. В прошлом году был в Южной Корее, там вообще этот жезлом не работает. Только по камерам, если у человека нарушение есть, там останавливает. А так жезла там вообще я не видел. Ни разу не видел. 2 месяца там было. Это удобно? Да? Конечно, это удобно. Без жезла вообще ночью, вообще без жезла гаишников не видно. Жезл должен быть обязательно. Без жезла ночью мы не увидим. Может, там человек стоит, такси просто останавливает. Я думаю, что я старый водитель. Уже привыкли к жезлу. Вот я тоже думаю, что вот когда непогода, дождь, снег, ночное время, жезл очень сильно помогает. Когда стоит человек без жезла, он как будто вот уборщик есть, вот ходит в такой же форме, они похожи на уборщика будут. А когда жезл есть, это действительно ГАИ скажет. ГАИшники должны быть с жезлом. Теперь транспортные средства будут останавливать с помощью специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящего устройства, которые установлены на патрульной машине. В исключительных случаях, таких как ДТП или ЧС, полицейские будут останавливать машины жестом руки, направленной на транспортное средство с одновременным использованием свистка. В настоящее время дорожная полиция отрабатывает новые навыки и приемы остановки машин. Мадияр Серик, Ермек Кеншимбек, Чингиз Кенесхан, 77 News.